Всем привет! Тут вот я получил по мультизагрузочной флешке вопросик интересный. Человек, допустим, сделал изобраз, на который было записано несколько систем, и как ему снова этот образ с установленными на флешку несколькими операционными системами записать обратно на флешку. Так вот, ни Yumi, там, ни Rufus, ни на Linux я пробовал, не пишут они этот изообраз на флешку. Задал я этот вопрос на сайте и получил вот такой вот, значит, ответ. Сейчас покажу его. Итак, значит, был дан такой совет: использовать распаковщик 7-Zip. Распаковать все, значит, файлы из этого изобраза, ну, допустим, в отдельную папочку, скопировать их на флешку, а на флешке, значит, ну, запустить, значит, программку AIO Creator XE, зайти в загрузчики, загрузчик групп 2 и посмотреть, установлен он или нет. Ну, я тут поэкспериментировал немножко, вот у меня что получилось. Значит, вот ISO файл конкретный. Я тут не стал делать больших размеров. Значит, поставил там два поисковика и Arch Linux, Arch Anywhere. Всего лишь заняло 660 мегабайт. Все это дело на флешке. И когда, значит, я просто так вот нажал, вот 7-Zip, распаковать в папку, вот, распаковал в папку AIBoot. Вот эта папочка. Значит, теперь дальше. Я, значит, взял, ну, у меня здесь уже сделано, я просто покажу еще раз. Вот, смотрите, я форматирую флешку. Закрываю, вот видно, что флешечка чистая. Теперь, значит, как я, значит, в данном случае поступил? Значит, я запустил программку вот AIBoot экстрактор. Ну, выбрал английский язык, значит, форматировать формат FAT32 и установить загрузчик. И нажал на ОК. Ну и программа, значит, начала мне устанавливать все свои необходимые компоненты. Ну, сейчас прервемся. Ну, появляется сообщение, что заместить файлы, значит, эти папки. Да, нажимаю, что согласен. Итак, содержимое этих двух папочек скопировано. Теперь давайте запустим прямо с флешки вот эту программку. То есть в первом случае мы запускали ее для форматирования флешки с компьютера, а здесь вот таким образом. Посмотрим, что у нас имеется в менюшке. Стоит Arch Linux и два поисковика операционных систем. Ну что, все легко, значит, проверяется. Я это делаю уже там, второй или третий раз, проверяю, перепроверяю. Значит, все работает. Ну вот на РМПшке покажу вам, как оно все это работает. Вот появляется меню загрузки. В ней, значит, два поисковичка операционных систем и загрузочная программа для Arch Linux, для установки. То есть все работает. Плюс, значит, я перепроверял все это дело напрямую. Значит, перестартовал компьютер, стартовал с флешки. Все оно работает нормально.
Значит, вывод вот такой вот, что вот таким вот образом образы, созданные программой AyaBoot, значит, они записываются на флешку. То есть первое, это, значит, скачать по сети, поискать программу. Так что, значит, проблема с записью образов, которые вы сделали при помощи программы AyaBoot, решается вот таким вот образом. Значит, файл ISO распаковывается распаковщиком 7Z в отдельную папочку. Затем, значит, флешку вы просто форматируете обычной этой программкой AyaBoot экстрактор. И туда, значит, вот из этой папочки берете, значит, вот всего лишь две вот эти папочки, копируете и вставляете их на флешку. И все, как говорится, будет нормально работать, и будет, как говорится, вам счастье. Ну, думаю, что по программе, значит, для создания мультизагрузочных флешек при помощи AyaBoot, ну, я думаю, что информация теперь у вас достаточно полная. На этом я прощаюсь. Желаю вам всем всего самого доброго и до новых встреч.